Вот есть у меня один товарищ, который в своих сторис периодически умничает, говорит, а вот эти вот то, вот эти вот все, эти, значит, гады, эти что-то не то делают. И, значит, берет и бросает свой гребаный диффузор после этапа вот здесь, прямо на площадке. И на мои вопросы, а когда же ты, скотина, его отсюда уберешь? Говорит, ну да, да, обязательно, значит, уберу. Хотя тусуется здесь с 30 числа. Все понятно. Тут ребятки привезли ко мне какую-то странную Сильвию. Я такую вообще ни разу не видел. Они говорят, в смысле, ты ее что, не узнаешь? И ПТС-ку мне дают. А там, что? А оказывается, это моя эсерочка на Power FC, которая была и которая должна была стать тренировочной. А потом я ее продал. А потом она оказалась у Вербицкого. А потом куда-то пропала. А теперь она выглядит вот так и приехала ко мне в Сочи. Нашла меня, а? Ну, здравствуйте. Давно не виделись. Сейчас зажжем по Адлерским перевалам. Итак, время 19:26. Мы подъезжаем к месту событий. И, о чудо, диффузора нет! Вот же сила сторис, чего творит-то с людьми. Ай, красава. Ну все, буду спать спокойно. Стопудово за этот забор его перекинул просто, а?